сейчас вот горим. Вот сейчас все как должно быть. 2-3 минуты с помощью дрона превращаются в адское пламя. Да. И кто-то говорил мне, что мангал нельзя разжечь за 10 минут. Инженерный подход. А посмотрите, как это в конце концов красиво. Как поступают настоящие технари, когда им сказали, что за 10 минут разжечь мангал невозможно. Технари берут и достают, как говорится, что-то техническое. В данном случае это Мавик. Света побольше. О, вот так. Вот так. Ну, к сожалению, с очками. Темно будет в очках, но без очков это все равно штука не работает. Там нужно отменить зону, у нас зона аэродрома. И если я не нажму нужную кнопку, нам, к сожалению, эта штука не даст взлететь. Поэтому мы достаем все, что нужно для полного счастья. И начинаем все это оживлять. Видно, что человек... Макс, сейчас будет контент-огонь. Включаем первым делом, что там, я уж не помню, передатчик. Что будем делать? Макс, будем с тобой летать. Почему? На квадрокоптере, потому что мама сказала, что мы за 10 минут не разожжем мангал. Я хочу показать обратное. Взлетная полоса у нас будет отсюда. Отходи. Макс, отходи в сторону. Отменяем уведомительную зону аэродрома нашего. Макс, ты готов? Я готов. Ну и дальше мы летим к нашему мангалу. И посмотрим, поможет ли такая штука быстрому разжиганию мангала. Я думаю, что как инженер, я считаю, что поможет. Домно! Эгегей! Может... На самом деле в этом ничего нет странного. Квадрокоптер, чтобы держаться в воздухе, посылает под себя огромную массу воздуха, и это позволяет значительно быстрее разжечь угли, чем это могло бы быть при любом другом способе. Я, конечно, мог бы взять вот эту вот махалку и махать, но это же не инженерный метод, друзья, это же полная ерунда, особенно при присутствии моих друзей из МИФИ. Разве могу я, студент ХАИ, опозориться? Ну, давайте ускорим процесс. Немножко отодвинем наш дрон. Вообще, штатно Вейбер советует использовать вот эту штуку для разжига, потому что действительно удобно. Довольно быстро разжигается все, но не так быстро, как мы хотим. Раз мы хотим еще быстрее, чем быстро, мы угли эти раскидали и подводим наш дрон в боевую позицию. Осторожно. Макс, отходите в сторону, потому что угля искр много. Чуть повыше, а то сгорим. Вот сейчас все как должно быть. То есть какое-то количество углей для разжига мы создали в этой трубе, то есть кинули бумажку там какую-то маленькую, раз, получили немножко углей, и эти угли за время, ну не знаю, 2-3 минуты с помощью дрона превращаются в адское пламя. И мне говорили, да. И кто-то говорил мне, что мангал нельзя разжечь за 10 минут. Эй, главное, как это? Инженерный подход. Техническое. А посмотрите, как это в конце концов красиво. Эгегей! Демон огня! Что я могу сказать? Вот дрон, вот результат нашего действия. Это полностью готовый к эксплуатации мангал. Угли готовы, и дрон идет на посадку. Выбирает самую красивую часть полянки. И садится. Ну, дрон какой-то крутой. Да.
Миссия завершена. Макс, ну подожди, ау, где? Ау! Это же волк, поедающий ягненка. Все по правилу. Да. Я хочу еще. Макс хочет еще. Друзья, сейчас зарядим батарейку, продолжим. У нас углей много, можем развлекаться дальше. Это было самое неправильное применение дрона FPV DJI, который можно придумать. Да, вот это номер. Не. Я регулярно это делаю. Не самый дешевый метод, но эффективный. Удобно. Дрон каждому дому. Вот, друзья, как разжигается мангал с помощью технических средств. Сказал бы, я бы на вертолете прилетел. А? Ты на свое прилетел бы? Ну да. Теперь мы дрона отводим назад. Он нам не нужен. Высыпаем угли. Более-менее уже разожженные. Да. И подгоняем дрон, чтобы сделать адское пламя. Мы посмотрим, что видно через камеру. Адское пламя. О! Камера показывает, кстати. Мало того, она еще и пишет. Друзья, просто вот праздник какой-то. Праздник пиромана. Как это выглядит, пряничка. О! Эй-джей! Вот она, новая вселенная! Радуют роботы, счастлив человек. Разворачивай. И лечу на пятаку. Петух, конец тебе! Петух, осторожно, не понимает, что это за штука. Можно посмотреть, что вообще творится над домом. Вау, а тут красота! Друзья, посмотрите, какой вид. Вот такой вот он, добрый вечер, лоботяк, друзья. Мы могли бы слетать к аэродрому. Сколько батарейки? 75%. Давайте посмотрим, как наш планер. Сейчас мы перейдем только в режим, наверное, другой. С. Погнали. Скорость больше будет. Итак, мы летим, друзья. Не выводится картинка вам, но я могу вам сказать, скорость 27 метров в секунду. Достаточно большая. Картинка пока не лагает. Наши поля, наши свинофермы. Ну, как-то достигнут максимальной дальности полета. Черт. Не могу, друзья, дальше улететь. У меня стоит 500 метров ограничения. Ох, поднимемся повыше. Посмотрим на Костин вертолет сверху. Кость, ну стоит. Стоит, да? Не украли еще. Ну, слава. Наверное, да, секретка сделана. Не украду. И мы начинаем снижаться. Надо, на самом деле, на следующий раз настроить все по-другому. Да, а мы пикируем наш дом. Возвращаемся. Здесь удобная буквочка H. Он птица на него уже. Глаз положил. Ага. Птичка на него уже целится. Что? Куда целится? Птичка. Сажай же квадрокоптер. Огигей, друзья, это новая реальность, это новые возможности, это в конце концов удовольствие. Зачем нужен квадрокоптер взрослому, так сказать, мужчине? Для того, чтобы так развлекаться. Он всего лишь такой же ребенок, как обычно, только ну, капельку крупнее, дурнее. Ну и отдельные особи теряют возможность мечтать, делать глупости, еще чего-то. И они становятся унылыми, скучными. Кем? Ой, друзья, у меня падают. Кем? Скажи что? Слово русское, как это вот это вот. Что? Ну, назвать мужчину, который теряет возможность делать глупости. Ну, вообще радоваться жизни, еще чего-нибудь. Ну, короче, он готовится на кладбище. Зануда. Зануда, да. Зануда. Отлично, зануда. Ну, мы не такие. Поэтому вот мы включаем наш дрон и готовим мясо. Все, конец. Контент огонь, гей-гей. Идеально. И вот так. А
Если у вас мангал из нержавеющей стали, это проблема, потому что он у нас ржавеет. У нас мангал из стали нержавеющий, ему совершенно поливать, и он не ржавеет. Сейчас угли потухнут, завтра с утра они высохнут и смогут работать еще раз, когда мы захотим разжечь мангал. Поэтому это, как это назвать, возобновляемая технология. Категорически рекомендую. Оп, вуаля.